Мы уже почти доехали до стрелки. Как это обычно бывает, поехали по той дороге, которая встретилась первая. Это оказалась жуткая глина, грязище. Вот. А вон внизу оказалось, что есть нормальная дорога. Но это Пермь. Нам так веселее. Какой? Наши велики. Так, у меня репортаж. Наши велики отдыхают. Им дали что-нибудь отдыхать. Сашка показывает нам стриптиз. Он очень брутален. Маша это оценила. Да, Маша? Дима нас кормит с этими орешками. Это гораздо полезнее, чем фанты. Здравствуйте! Мы к вам в гости ненадолго. Очень красивые елочки, птички, солнце. Сейчас. Какое сегодня? 16? 18? 16 апреля. Нам хорошо и счастливо. Ребята, зачем мне пускать воду? Вот она. Ели, сосны, чистейшая вода. Все это рядом. Пермь. Поездка на стрелку. Слияние Камы и Чусовой. Вкусная вода. Вкусно. Идет скоро. Вот оно, слияние Камы и Чусовой. Вот она, сама стрелка. Конечно же, никак не обратили внимание, что деревья здесь были. Молодцы. А здесь вот, соответственно, висит большой пол. Гигантский, известный гигантский, который живет на стрелке. А это просто красота.
Вот он, пляж Стрелки. Нет в нем шезлонгов. Человеки, пожалуйста, собирайте мусор. Да, он наш, он не чей-то другой. Пожалуйста, воспитывайте детей. Пожалуйста, воспитывайте детей других людей. Носите лепту чистоты нашей природы. Кроме нас никто не сделает. Вот видна вдалеке Стрелка, там железнодорожный мост.